Уникальная память. В Казанском музее социалистического быта хранятся единственные в России джинсы Джо Кокера. По крайней мере, так здесь уверяют. Напомним, знаменитый блюзовый певец скончался в ночь на понедельник на 71-м году жизни от рака легких. В прошлом году во время своих казанских гастролей обладатель неповторимого хриплого баритона оставил на память в Казанском музее свои джинсы, привезенные с ранчо в Колорадо. Также в музее музыкант оставил автограф на гитаре. Его эстетика джинсы – это и символ свободы для него, потому что он относится к поколению этих вот звезд Вудстока. То есть он был одним из таких вот музыкальных событий Вудстока в 1969 году. Напомню, что это, наверное, единственный экспонат, который остался от Джо Кокера вообще в России, и джинсы уж точно.